Друзья, всем привет! Сегодня решил поделиться немного тем, что было закуплено. Закуплено было и для себя, и по работе. Нужны были некоторые модели, в основном это все самолеты и вертолеты. Ну а теперь приступим давайте к распаковке именно посылок. Все по порядку. Начнем. Заказывал я из двух магазинов, Arma Models и Yamodelis. Заказывал именно в двух, потому что некоторых моделей не было в одном магазине, но были в другом. И наоборот. Поэтому самолет-вертолеты заказаны и там, и там. Но сначала по порядку давайте начнем с маленькой коробки. Остальные все стоят на полу, потому что они просто не помещаются. Они большие и наборов очень много. И в конце узнаем, сколько их. В маленькой посылке были две баночки с фиксатором гравия и песка, но на самом деле он предназначен и для других, то есть там земля, пыль и так далее. То есть он пригодится для постройки диорам. Взял две, чтобы потом просто не искать, а то они очень редкие в продаже. И начнем со следующей посылки. Она небольшая, скорее всего это предзаказ, но давайте посмотрим. Достал все из коробки, чтобы не мешалось, значит, это был предзаказ, коалиция СВ в 72-м масштабе, прокачана от Arma Models, потому что предзаказ, как я понял уже, посмотрев обзоры, то, что это набор, так сказать, выходного дня, он достаточно быстро собирается, и детализация достаточно хорошая, хотя и деталей немного, всего 171 штука, длина 20 сантиметров, но о данной модели, я думаю, сделаю небольшой обзор, именно отдельный, без дополнений, чисто о данном наборе. Также взял топливные баки, это фототравление идет для танков БТ, у меня как раз идет там БТ-7 что ли лежит. Взял дополнительные топливные баки, хочу как раз установить и сделать его немного иначе. Но на самом деле, когда я до него дойду, я не знаю. Из мелочевки заказал разные, значит, это присыпки, имитация растительности. Взял разные сезоны и также сухие кусты для диорамы, чтобы не париться, так сказать, и сделать немного разнообразия именно на диораме. Также мне понравился журнал, который именно в подарок жена подарила, поэтому взял современную технику именно по везерингу от Amamic. И тут интересно посмотреть, как раз вот новинка, это Typhoon K. И полная детализация, то есть пошаговая, это очень пригодится мне, потому что мне нужна информация, которую иногда тяжело найти. Тут один из вариантов, то есть можно смотреть видео, но иногда мне хочется просто почитать, так сказать, перед сном, или просто посмотреть и попробовать на моделях, которые не входят, не выходят на канале, то есть я что-то еще собираю, но это просто не вошедшее, так сказать. И теперь давайте посмотрим, что тут еще. И взял также еще попробовать грунт от Amamic. Это идет коричневый оксид, не знаю, там темно-коричневый. Для танков Второй мировой войны, как раз немецкие, они же красились в медный, то есть у них грунтовка была медного цвета, ну такая темно-коричневая. И как раз я взял именно попробовать такую грунтовку и посмотреть, понравится мне или нет. Поэтому попробую, расскажу, что да как. На самом деле это не все, набор немного открыт, и мне кажется, туда положили то, что не вошло, поэтому откроем и посмотрим как раз мелочевку, а заодно и то, что, видимо, дополнение. Так, я заказал еще, ну, называются они палочки шлифовальные или пилки, у меня начинает заканчиваться, мне нужна была более крупная, и также вот брусочек еще, вот еще одна пилочка, 120 на 150, фототравление на S400. Я взял, так как у меня лежит один набор, и туда я буду использовать как раз фототравление. Также я взял набор цветного металла, ну там со скидки понятны по предзаказу. Это точеный ствол, дульный тормоз ствола, ну он не металлический, а пластиковый,
И поправьте, если не ошибаюсь, тут идет должен идти один ввод антенны. Не помню, как называется. В общем, защита именно данной гаубицы. И вот дополнение, которое шло именно стандартно по предзаказу. Дополнение NEO, то есть высокая детализация. Тут много всего. Фары, видимо, это какие-то ручки маленькие, именно более тонкие по сравнению с тем, что есть в наборе или их вообще нету. При заказе было написано, если что, я просто в описании добавлю все, что было в данном видео. Может, кому-то понадобится. На наборе не будем останавливаться, тут ничего такого. Я хочу его отдельно посмотреть чуть позже, поэтому его убираем. Так, и теперь возьмем еще одну посылку, возьму я моделист, и посмотрим, что как раз в ней. Точнее, я помню, но сейчас покажу, что я заказал. Коробка очень большая, она не помещается в кадр, так сказать, поэтому я сейчас быстро открою и буду просто показывать именно, что в ней. Как можно видеть, все хорошо упаковано, в пупырку, и тут 5 наборов. Итак, начнем с самого верха, значит... Это вертолет Ми-28Н, это идет по работе как раз, российский ударный вертолет, это современная техника, поэтому мне именно современная техника нужна, я ее буду собирать за кадром, то есть будет полностью собрана она в простой детализации, так как нужно просто для работы. И все это в 72-м масштабе. Дальше идет набор МиГ-31, советский истребитель-перехватчик, и также маска для него. Набор в 72-м масштабе от компании «Звезды», и тоже по работе нужна, поэтому... Останавливаться на них не особо буду, но обзоры на данные наборы, конечно же, будут на канале. Также набор, значит, это советский истребитель, значит, Су-27, тоже в 72-м масштабе. А вертолет Ми-28В и ВП «Крокодил», советский ударный вертолет. И последний набор от... Я моделист, это МиГ-29, это уже модернизированная версия, то есть 9-13. Российский истребитель, тоже для работы, поэтому будет собираться за кадром. Много достаточно уже наборов тут скопилось, и можете видеть. И приступим дальше. Распакуем еще две коробки, если я не ошибаюсь, и посмотрим как раз уже эти коробки от Arma Models. Вот она коробочка. Итак, начнем. Значит, этот Су-47 Беркут я взял для диорамы, то есть я его буду собирать, ну, чуть позже. Один из подписчиков просил сделать диораму с самолетом, я решил, почему нет. Тоже 72-й масштаб, мне интересно собрать, потому что, ну, к самолетам я относительно спокойно отношусь, мне больше нравится наземная техника, но для разнообразия, для диорамки я решил как раз взять один из таких наборов, он стоит недорого, поэтому взял, почему нет. Начнем, значит, с мелочевки. Тут есть, взял от «Звезды», это модельная трава, решил тоже попробовать. Ну, по сути, флок есть флок. Это идет осень, была возможность, поэтому я взял. Также решил взять новинку от Red Iron Models, это спутник 1. В 24-м масштабе, как раз на День космонавтики, была популярная тема, и я решил тоже его собрать, да, с запозданием, но на самом деле наткнулся я относительно недавно, и тем более у Армы появился он как раз в наличии, поэтому взял сразу, как пришла рассылка в новостях. Два набора, это советская полевая кухня и армейский пункт водоснабжения. Это все от компании Microscale Design, то есть MSD. У меня есть немецкий, значит, прицеп. И я взял еще два, потому что я хотел сделать именно тоже для диорамки пойдут и для обзоров. Стоят они относительно недорого, и тут деталей не так много. Ну, в принципе, я вот решил взять, они всегда пригодятся. И дальше много наборов. Многие писали, что у меня нет в диораме как раз людей. И я решил взять несколько наборов. Это советские танкисты, потому что большая часть наборов у меня именно Второй мировой войны и около того. Значит, это от «Звезды» советские танкисты в 35-м масштабе. Советские снайперы, тоже Второй мировой войны.
и пехота Красной Армии. Все в 35-м масштабе. Взял попробовать колючую проволоку, тоже для диорам. Посмотрю, как она сделана. Возможно, буду делать сам уже. Ну, так дешевле. Ну, из мелочевки взял просто обезжириватель и очиститель для рук. Ну, выходит просто антисептический. А-ля ковид и все дела, везде эта жидкость есть. Немного фототравления от микродизайна. Это, значит, российские государственные номера для современной техники. Если где-то понадобится, сразу, чтобы были. У меня лежит где-то Фердинанд и взял как раз фототравление, именно ящик под него. И также взял еще ведра 10-литровые, тоже для диорам пойдут, или даже просто навесить на какую-то технику для придания более естественного вида. Еще есть точеный ствол L42 от КВ-1, 41-42 года. Он также подходит для кваса, КВ-1С и КВ-С. У меня лежит КВ-1С, ну, просто в простонародье квас. И я для него взял тоже в 35-м масштабе. Все чики-пуки, то есть все подходит. Взял небольшой набор от Амма Мик, ну, так сказать, набор кистей ёршиков. Они пригодятся, я думаю, будет куда их пристроить, для чего они. И малую подставку для самолетов именно, чтобы была, может быть, пригодится для диорамы. Я еще не знаю, просто взял, она там дешево стоила. Пусть лежит, пригодится со временем. И теперь перейдем к открытию последней посылки. Там тоже будут наборы, будет мелочевка. Не буду медлить, сейчас открою. Итак, я взял от ICM МиГ-25. Он тоже пойдет на работу. Я сделаю на него обзор. Покупаю впервые я данной компании, поэтому мне интересно посмотреть, как вообще наборы, лучше, хуже, чем, ну, по сравнению со звездой, потому что звезды достаточно много у меня и есть чем сравнить. Также взял для Су-24 и МиГа-29. Это идет маски. То есть ничего такого, просто я взял все, что у меня было, то есть самолеты, вертолеты и для них еще маски, ну, которые были в наличии. Значит, это идет Су-24М, фронтовой бомбардировщик, а тоже для работы, набор от звезды, все по лицензии изготовлено, как и другие были сухого, сухой компании. И последний из наборов это Су-30СМ, многоцелевой истребитель. И идет для Ми-24, Ми-28 и не помню для чего, но еще, может быть, там подсушку. Это все идут маски на самолеты-вертолеты, которые мне пригодятся для постройки, потому что я буду собирать почти все самолеты-вертолеты чисто без внутрянки, то есть мне надо чистые габариты. Но это по работе, везде свои заморочки, поэтому за эти наборы, так сказать, я платить не буду, потому что это все уже оплачено не мной, но просто я заказывал. И на этом все, я распаковал все 5 коробок, в них было 16 наборов разной тематики, современная и советская, то есть тут все, и космос немножко, и остальное это был один журнал, вы видите, как раз по везерингу современной техники, маски, значит, флок, там, трава, дополнение к наборам, которые у меня есть, именно фототравление, немного пилочек, жидкости, там, грунта и так далее. Посылки все открыты. Надеюсь, вам было интересно посмотреть, что можно закупить на более 20 тысяч рублей, так сказать. Можете написать комментарии как раз о наборах, которые вы уже собирали. Допустим, просто оставить свое мнение, что вы думаете, потому что мне интересно, будут ли трудности в сборках. Ну, одни из моделей, потому что с самолетами, возможно, у меня будут трудности. И хотелось бы знать, что предстоит именно мне. Обязательно поставьте свой царский лайк данному видео и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать как раз новые видео. Новые видео будут это обзоры того, что вы видите, и также сборки. Сборки, наверное, ближайшие это будет Спутник 1 или Коалиция. И также другие у меня уже есть частично собранные модели. Все, так сказать, в работе. И на этом буду прощаться. С вами был Андрей. Всем пока-пока.